Дорогие друзья, здравствуйте! И снова с вами тетя Надя. Хочу вам показать сорт джекпот, который я вырастила у себя в теплице. Значит, это фирма-партнер, производитель этого сорта. Очень такой интересный. Значит, похож, друзья мои, на котю. Я вам вот потом покажу и котю, и джекпот, и вы увидите, какое сходство и какая разница. Значит, что касается джекпота, то вот на веточке где-то 6 одинаковых томатиков. Ну, вот здесь 5, а вон вот 6 я уже здесь оторвала, съела. Так, поэтому вот они такие вот гладенькие, аккуратненькие. Так, сорт такой немножечко с кислиночкой. Вот, ну, твердоватая кожура. Правда, кожура здесь немножечко мягче, чем у коти. Дальше. У джекпота вот здесь вот в конце, ну, видите, такое немножко притупленное окончание, да? А у коти острое. И вот сейчас я вам покажу, так, как я формировала этот сорт. Его, так как он невысокий, где-то около 80 сантиметров, то я его формировала в 3 ствола. Вы знаете, прекрасно получается формирование, да, в 3 ствола. Ну, и единственное, что я вам хочу сказать, что, конечно, вот сейчас они это плодоносят, и на этом все. Так? То есть такие хорошие урожайные детерминантные томаты. Вот. Сейчас давайте перейдем с вами к следующему сорту. Это у меня котя, и я вам покажу. Вот он, видите, котя. Так, котя желтый. Видите, какое сходство? Полностью, но только у коти вот такие полосочки идут. Так? Как у розового, так и у желтого. И на конце, как я говорила, видите, вот такой острый. Но кожура тверже. Вот посмотрите, вот он, котя, розовый такой вот. Ну, красивые, конечно, томатики, да, привлекательные. И если, как говорится, увлечься этим сортом, то, конечно же, можно быть с томатиками. Так что, друзья мои, если вам нравятся вот такие вот одинаковые формы, так, томатики, то, конечно же, котя и джекпот, они для вас, потому что, вот видите, какое огромное количество здесь томатов. Вот. Благодарю вас за просмотр. Хорошего вам урожая томатов. До следующих встреч. Пока-пока.